Если не будут предусмотрены в парламенте интересы общества, легитимного большого количества избирателей, которые могут преодолеть минимальный барьер, то это всегда будет приводить к конфликтам в обществе. Вот возможность одномандатных округов, она же позволяет тоже на выборах победить ярким людям, людям, за которых избиратели будут голосовать, и депутатам, которым нести ответственность перед избирателями. И следующие для них выборы, они будут уже как раз экзаменом доверия. В любом случае, вы должны понимать, что парламент должен быть работоспособным. Это не место для конфликтов, хотя где-то в каких-то странах есть традиции, мы часто видим по телевизору, когда за трибуну борются, драки устраивают. Я думаю, это плохие примеры. Но при этом плюрализм мнений должен быть обязательно. Иначе можно, знаете, ошибочно, объединившись с большим количеством людей, пойти в неправильном направлении. То есть оппозиция нужна, мы должны ее слушать, она должна быть конструктивной, и она должна иметь... Если оппозиция наберет больше... Было время, помните, когда у коммунистов было больше голосов? Было время, ЛДПР побеждал, это же были такие настроения в обществе. Люди захотели стабильности и голосовали за Единую Россию. Вот наша задача — создать стабильность для россиян. Спасибо.